Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели канала Ферида Ибрагимова читает. Сегодня я прочту вам стихотворение великого поэта современности, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Мне казалось. Мне казалось осенней порою, когда падают листья с ветвей, мои годы уносят с собою белокрылый косяк журавлей. И надежды мои, и желания вместе с ним улетают навек, лишь кружат надо мной на прощание невесомые перья, как снег. И любовь моя с клином усталым улетела уже навсегда, в глубине мироздания пропала, как упавшая с неба звезда. И весна моя, что зеленела, мне казалось, всего лишь вчера, стала, как голова моя, белой, посидев, как зимою гора. И мой свадебный март, мне казалось, лишь вчера в нашем доме гремел, а теперь в сердце только усталость от ненужных событий и дел. Ураганный врывается ветер, мои двери срывая с петель, и свечу, что едва уже светит, скоро злая задует метель. А когда я был мальчиком горским, мне казалось, что вечно со мной будет рядом друзей моих горстка, где готов был на подвиг любой. Но теперь никого не осталось, где бинокль такой отыскать, чтобы детство хоть самую малость напоследок в него увидать? Где друзья мои? Этих далече на вершину судьба занесла, те пороками жизни скалечив, в ее бездне сгорают дотла. Ну а третьи на сельском кладбище под могильными плитами спят. Только ветер пронзительный свищет там, где высятся стелы их в ряд. И теперь в одиночестве гордом озираюсь я по сторонам, косяком легкокрылые годы улетели к иным берегам. Все равно до последнего вздоха буду верен их памяти я. Хоть над верностью этой эпоха так недобро смеется друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.